Сори, что из ванной. Меня давно не застукивали в ванной. Просто последний раз это было в Америке, в отеле Беверли Хиллз. Лежу я такой, смотрю, листаю ленту. Открывается дверь. И заходит горничная. Говорит: «Ой, а вам уборочка не нужна?» А в Лос-Анджелесе, в Беверли-Хиллз, была история. Я, по-моему, то ли вышел из ванной, то ли... в наушниках я был, помню. И меня то ли не заметила горничная, то ли что-то. Я пошел за полотенцем, в наушниках никого не слышу. Музыка играет. Голый. И так вот что-то раз, мы сталкиваемся. Я лицом к лицу, как в фильме с Дайан Киттер и Джеком Николсоном. «Любовь по правилам небес», помните, когда они познакомились, и он остался у нее дома и перепутал спальню с кухней. Это вообще просто... Я не могу.